Всем привет! Мы сейчас приехали в магазин Kohl's. И что же мы будем там делать? Натаниэл, объясните, пожалуйста. В общем, мы приехали, потому что нужно скупить некоторые вещи. Мне еще очень нравится этот магазин. Это магазин, во-первых, вещевой. Во-вторых, я подписалась на рассылку, и каждый раз мне присылают всякие купоны от этого магазина. То какие-то 10-15% скидки на все товары, то там $10 скидка на home, на домашние там всякие, ну, то, что нужно, там, наверное, посуда. Ой, какая красота! То там 70% сейчас на детские вещи. Посмотрите, как красиво! Мамочки, как классно! Мамочки, класс! Какой флаппи! Вау! Ой, как я люблю. Любимый, я вот такую кофту хочу, свитер тебе. Ну, красиво же. Хочешь такую? А сколько она стоит? А я не знаю. И вот рубашечка классная. Ой, как классно. У нас вот фотосессия будет скоро. Вот эти рубашечки, вон, как на манекене, стоят $36. Вот $36 такая. А вот свитерки. 24. 24? Так дешево, еще и по скидке моей можно купить. Хочешь? Посмотрим. Подумаем. Давай, подумай. А штаны тебе нужны? Нет. В общем. Мы тебе приехали. Покупаем. Точно, покупаем. Класс. В общем, пошли тогда. Ой, какая мягкая. Здесь мне очень нравится. Здесь даже... как-то я покупала этим. Класс, смотри, какая курточка. $94, 95. В общем, я покупала здесь этот. О, вот обувь, то, что мне нужно. Мыло такое, которое пенится очень. Такое фом. Hello. Так это мужской отдел, да? Мне нужно сапожки, кстати, купить. Поэтому мы приехали специально в этот магазин. Мы перед этим заезжали в Target, но не сегодня, а перед этим, просто несколько дней назад. И там не было сапожков именно моего размера. А сейчас вот я хочу посмотреть, что здесь есть. Что здесь? Одни кроссовки что-то, я так понимаю, или нет? Такого не может быть. В общем, какие, чтобы вы знали цены. $73 кроссовки. О, такие классные. Красивые, легкие. Замш. Сколько замшевая? Ой, нет, тут цены нет. Я хочу... типа, ну нет, не такого плана, это слишком так грубо. Да? $63. Ну, это слишком грубо. А вот классно. Что скажешь? И Алекс так посмотрел. Какие? Вот так у меня есть... Если черные. Да, но только без каблука, потому что я буду выше, чем ты. Да? Are you comfortable, baby? Видишь, опять нет сапожков. Я буду так вот. Поняли? На носочках он будет вставать. Классно. Ну что такое? Какая-то проблема с обувью? Я не понимаю вообще. Ой, смотрите, даже скидки. 20% скидки. Вот, смотрим цены какие. Допустим. $32. Смотрим, $32. Это сейчас по скидке $25 будет. Класс. Класс. Что-то нашел? Нет? Я ищу. Просто думаем, если мы здесь уже не найдем, тогда придется ехать в какой-то дорогой магазин. А это уже детские пошли обуви. О, кстати, можно посмотреть для Натаниэла. Ну, что-то надо выбрать. А что здесь есть? Нет, это высокие. В общем, будем что-то смотреть, что тут есть в наличии. Смотрите, какие красивые ботиночки.
Но они чуть маловаты. Вот это 10 размер, а у меня 10,5. Ну, он очень красивый. Ну, и уход за ним очень легкий будет. Но я, знаете, мне хочется такой цвет, классический, чтобы, ну, я могла даже под черное платье одеть его. А это я не могу обувь эту одеть под черное платье. Только классику могу. Но это уже высокий, мне не нужен. Ой, что-то я чувствую, что вообще не буду, не знаю, что делать. Смотрите, какие красивые еще посуда. Класс. Ой, как красиво. Сразу вот под тарелочки, под блюдо стать. Ой, как это классно. Ну что, мы не нашли. Что делать, я не знаю. Пойдем тогда в детский отдел, посмотрим обувь. Что для Натаниэля? Что родители делают? Если что-то они себе не могут купить, сразу приходят в детский отдел и смотрят. Ой, какая обувь легенькая. Интересно, какой это размер? Что там пишет? 4,5. Неужели у Натаниэля такая ножка? Смотри, ты можешь поверить, что у него это 4,5? Она Натанька. Ну да, 4,5. А то даже и четверочка. Ну, если что, ему надо ботиночки покупать, потому что у нас фотосессия будет красивая. Надо будет ботиночки. А здесь я не знаю, где есть ботики. Щось не бачу. О, почекайте. Может, его щось є тут. Типа из такого. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите, какие игрушки. Пылесос. О, я помню, такое кто-то имел из наших, да? Нажимаешь, оно там всякие просто пупырышки бегают. Вот это. Натенька, будем приучать безделием заниматься. Хочешь безделием заниматься? Водить. В общем, здесь куча игрушек. Вань, какая фантастика. В общем, здесь вот такие пижамочки флисовые. И какая тут цена? $22. Вот Carter's. Классная фирма. Ух ты! Вау, какая красивая. Ой, здесь я так люблю всякое такое. Ого! Такой взрослый ребенок, посмотрите. Excuse me, на сколько это лет? На 5 лет. Sorry. Как? А чё? Так ещё детки такие есть во взрослом возрасте, чтобы такой onesie иметь? Такой вообще. Ладно. Где тут? Ой, какой Christmas, Christmas. Натаниэль, хочешь Christmas, Christmas? А чё ты делаешь? Эти нет. Стираешь, оно еще меньше станет. Натенька? Натенил? А тут даже, смотрите, даже ножки есть. У-у-у, чтобы не скользило. Чуешь? Ее классно. Like. Мы же его будем постоянно носить, что круглосуточно. Очень удобно. Натенил, смотри. Натенька, ну подвинься. Посмотри на маму. Ты какой красивенный. Как маленький мексиканчик. Вот. О, тебе вешать. Так что, а сколько он стоит, этот? 22. No. О, еще и по скидке. У меня есть еще на детский этот. Что, возьмем? Хочешь? Sure. Окей, Натаниэль. Мы тебе купили кофту. О, ты машину хочешь? Ой, Алекс, смотри, какая машина. О, на пульте управления. И я хочу, мы купим себе, будем пользоваться. Ой, какая красивая машинка, Натенька, я тоже хочу. Что здесь еще у нас есть? Все, это скидки.
Kohl's очень любит скидки. Ой, вот эти штанишки классные. Такие тепленькие. Класс, баечка. Ой, как я хочу такое. Вон, 6,99 начинаются цены. Ладно. Все, мне кажется, мы посмотрели все. Ой, ну почему вот у девочек всегда такой прям огромный вариант, выбор? Смотри. Ой, смотри. Я думаю, такое и на Тенке можно. Что ты скажешь? Или это чисто девчачий? Ой, у нас тоже такой мешок есть, но не такой. Такой, но не такой. Что у нас? Что у нас? О, женский отдел. Заодно посмотрим. Я люблю ходить смотреть. Ой, смотрите, клиренс. Все по скидкам. Ой, какой классный свитер. Смотрите, какой. Ой, как я люблю такие тепленькие, но они такие растянутые. Вообще. Да, клиранция. Но они какие-то вообще подтянутые, растянутые. Уже какой год здесь они висят? Я, конечно, не знаю, но... Окей, клиренс. Давайте посмотрим, в чем клиренс. Стоило 36... Вот-вот они в руке. Были $36, а сейчас $21. Что там? Шорты. $21. Ну, в принципе, хорошая скидка. Если они действительно вам нужны, и вы бы покупали за $36. Но я бы не покупала такие шорты за 36. Два сразу. Один за другим. Да. Один в ротик, а другой сразу в ручку. Ну, сколько у нас джинсы стоят? Стоили $56, а сейчас 25. Вот это хорошая скидка. А, то это бриджи. Окей. Ладно. Не, совсем не то, что мы хотели. Ой, смотри, такие цвета, как будто тебе. Мы хотели вот ту первую кофту купить. Да, матч. Класс, смотри, смотри. Вот это классное. Дивись. Extra large. О, extra large. Ну, она совсем не кажется extra large. Это вообще на мой. Только слишком она не длинная. Все. Уходим. Пойдем. Пиджачок. Когда мы здесь с тобой были последний раз? До свадьбы нашей, да? Класс, смотри, какой кожух. Ой, кожух. Нравится? Сейчас Олег скажет, ты что, что это за стиль? Что это за стиль? Ты жена, что это ты так и кажешь? Я вообще не по этим делам. Сколько она? $60. Вы что, смеетесь? Да ну. Ну, видите, 35% скидка. Окей, если $60, сколько там? 60, а будет стоить $42. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Ой, какая, смотрите, милая. Ладно, ничего мы не нашли. Обидно, что просто приезжаешь, а потом тратишь конкретно такое время. Ехали сюда минут 20, потому что думали, что здесь найдется. А сейчас мы вообще очень-очень сильно. Я расстроилась. Даже Kohl's не имеет моего размера. Видите, какой кожушок. Ой, как я хочу тю. Ну, знаете, на вешалках смотрится красиво. $140. 140 сейчас будет стоить $98. На вешалках красиво, а в жизни, может, не очень. Вот она. Ну, а что, в жизни тоже. Вернее, в жизни. Вот, красиво. Неплохо. Здесь еще в магазине, там также и духи. О, вот про это я говорила, что вот очень классно. Вот эти. Вот такие. И такая пенка. Не жидкое мыло, а просто пенка. 8,50 стоит. Ну и вот, смотрим. 8,50 сейчас. О, 3,40. Фантастика. А ну-ка, духи. О,
Вот это цей дуже смачний. Прям, знаете, запахи просто, когда вы нюхаете, имеют ассоциацию с, допустим, с вашим детством. О, вот это. А, какой вкусный. Вот этот только что запах такой нашла. Ассоциация, когда мне было 14 лет. Моя знакомая пахла так. Ой, класс. Посмотрите. Ой, какая милая. Extra large. Сколько стоит? Jingle all the way. $48. А здесь 48. Ну, короче, долларов. А, вон. 48 стоит $33. Такое. Класс. Любимый, смотри, ты видел? Видел? Смотри, какие красивые костюмы. Санта. Да, ленивый. О, ужас. Смотрите, лежит, голову даже не поворачивает. И у него что, так идет глаза? Видят? На 90 градусов? Да, чтобы менять очки. Ого. До чего дошла техника? Натаніел, це таке бачив? Що це за лінтяйничество? Що там? Снігурочка? Понюхай, понюхай, як я пахну. Нравится? Натенька, а ну мама пахнет, понюхай. О, вкусно? А ну еще раз. Пахнет? А ну еще раз. Нравится? Не нравится, скривился. Мне не нравится. На. Ладно. А я думала, понравится. Ладно, пойдем? Пойдем. Пойдем. Мы зашли в Walmart. Посмотрите цены. 29,98. Вот такие классные ботинки. И здесь очень классно. То, что здесь есть, ну, мои размеры. Вот есть 9 размер, 11 такой. Вот это 10, вот 11. Смотрите, как классно смотрится. То, что здесь вот мех, то здесь очень-очень тонкая вообще кожа, ну, замш. Но мне кажется, они вот великоваты, потому что если я убираю ногу, вот у меня получается. Вот тут еще прям много запасов. Хочу попробовать сейчас 10. Если что, то даже, видите, смотря от какой модельки, размер меняется очень сильно. Бывают маломерки, и приходится 11 покупать. А бывает нормальные и 10 размер.